российские разработчики, кстати, сейчас вот в инди-секторе неплохо, неплохо делают игры. Вот неплохо. Это, что я скинул в Steam, наберите, посмотрите видос. Вот прям именно вместе с восклицательным и с вопросительным? Угу. Да-да-да. А там по-любому сразу в поисковике вылезет. Блин, опять у меня не работает стрим ВК. Чё за хрень? Почему? Вернее, стрим-то идет, но изображение, но ошибку выдает. Браток, это ВК. Мразь, блин. У меня тут ошибка, отключились. Но просто мразь. Это Терренс и Филипп, ебать, в этом спас. Короче, цель игры — дрочить и быть непойманным. Ну, то, что я скинул вторую ссылку. Ну, в смысле, название. Нормально. За компьютером дрочит, смотрю. Вообще, пиздец. Steam какая-то помойка стала, реально, прям. Блядь. Такой говнище. 29 рублей стоит. С Greenlight выходцы в основном 29-59. В редких случаях 79-129. Не, ну... В основном положительный, очень положительный. А, кстати, есть и... картинка на стене, если смотреть. У одного меня нет видео. Не, ни у одного. Я... У стримера тоже нет видео. Я вчера не... Хотя вот на стене, если вот... На стене группа, вот у меня есть, я смотрю. 20. Да, есть точно. Кабанами долго играли вообще, нет? Что-то про 100 уровней говорили, а до 100. Смотрите со стены, ребят. Там вроде показывает. А по оповещению этому ебучему колокольчику там какая-то шняга. Далеко прошли вчера? До 30-й волны. Дня. Куда заходить, ты говоришь? На кап. Я уже а смотрю. Чё там с правилами? Чё там мы играем? Один раз, два раза, сколько? Если ты побеждаешь, то всё. Ты у тебя первое место. Ничего не показывает. Я сейчас выиграю. На Твиче смотри. Мы играем гранд-финал, типа там, блядь. О, девочка, лишь. Короче... Во время загрузки произошла ошибка. Короче, всем, у кого ошибка, я советую... Там внизу в описании есть каналы... А на Ютубе трансляция идет. Да, каналы Good Game, Twitch, там, Пека ТВ. Блин, а Ютуб забыл прописать. Ну, в общем, что, туда переходите. Ну, да, охота. Всегда сейчас так делаю. Нет. Тут играть-то, блять, 10 минут. Или на стене как смотрите. Вот если не по оповещению смотреть, а на стенке, у меня есть стрим. Ну, на стене группа. Промелькаю немного. На стене группа. Но на стене тоже нет. А у меня есть. Это идет. Да, каналы Good Game, Twitch, там, Пека. Блин. ВК сосет. Ну, пока не отладили, братки, чё. Ты мне ВКонтакте имеешь на стене? Блин. Да, в группе. Ну. А мне не идет, мне отпишется время загрузки. Нет, на стене. Ошибка. Не знаю, у меня работает на стене. Если не разворачивать ее, не жать на квадратик, развернуть, то сразу заработает. Не можешь, то же самое. Не можешь, не, давай разворачивать. Так оно мне передует. Короче, смотрите на Good Game и на других каналах. Чего, блин? Давайте техническое поражение из-за того, что не смог поиграть нормально, запустить. Это будет решать Кайлыч. Вообще-то РВД организовывал. А неважно, все равно Кайлыч будет решать. Кого казнить. Хуя, у вас лысый белорус в авторитете вообще жестком, да? Конечно. Да. Так, еще раз, я забыл, какой сервер? На кап. А где остальные эти повары, которые тесто отказались играть? Эмберс, Спирит там, блядь. Плохи они. Плохи. Кто там еще этот, блядь? Нью Вейв. Плохи они. Полтава, блядь. Только сильных не играет, я вообще в ахуе.
Я думаю, что Пушистик, который смотрит стрим, может нас просветить по этому вопросу. Скорее всего, они все были украинцами. Может, они это, блядь. Ну, либальцы там подохли все, блядь. Я отказался. Сильно кто там остался, получается? Только этот... Только Ригонда. А, нет, он уже не остался. Так, где же у меня Midnight? Видишь, в контуке работает стрим, нахуй. Ну, я даже не знаю. Картинка. Бля, я на даче заебался эти два дня огород убирать, пиздец какой-то, просто не разгибаясь этими граблями, блядь, 6 соток. А нахуй тебе надо? Ну, блядь, это все потом зимой скажется, когда вместо магазина в погреб полезешь, это ж хуя. Какой там Ром у нас? НСТ второй. Че, в Кибергене идет стрим, что ли? Нет. Блядь. Я что-то в магазин прошел, цены глянул, нихуя себе, огурцы, помидоры, 200 рублей килограмм, блядь, ебанулись, что ли? Да это вообще ад. Так это подожди, пока не лето, что ли, тут все в пизду вот эти, блядь. Ну там это, понятно, обесценится ближе туда, к осени. Отличные там, блядь. Посмотрел, что ценник 200 рублей, пошел пиво взял за полтинник. А? Все-таки Вейсберг, пшеничная охуенная тема, не знаю, я сильно крепко, не шибко люблю. А это прям нормально вкалывает. Я готов проебывать. Это не на нау. Че, все? Нажимайте первый чат. Все, поехали. Давай попробуем. Ребята, это финал турнира по ПК. Какой сезон? РВД проводил, да не вы проводил, когда вылетел из сетки. Чё, Стасыч? Мапута. Шо? А где этот уёбок давитель? Где этот уёбок давитель? В Сочи он, в Сочи. На формуле он 1. Там, блядь, в поздравлениях так обо мне и о Язычи хуёво отозвался, знаешь, как бы неприятно это слышать. Но я его опять словами нагружу, когда только он появится, блядь. Я не сомневаюсь, что это будет интересный батл. Рифмы и панчи жалко... на НСТ. Слышь, браток, жалко, что не могу в реале вот увидеть. Я бы не был бы ебало быстро, будь честно говорю. И еще обоссал бы его после этого бы. И Дюна тоже поссал бы его. Знает такие темы. О! Че, вам до Сочи недалеко же добраться? Да, по морю. По Днестру и там дальше, ну, на лодке. Я недалеко, ты даже зажег недалеко, блядь. Далеко, как бы. Сплавился по Днестру и это самое, вот дальше на моторке. В Сибири хуярить, блядь. По полям, по лесам. А в натуре на моторке, блин. Нахуя? У тебя там самая чистая природа, у тебя там самый охуенный край, блядь. На моторке до Сочи, наверное, запросто. У нас, блядь, клубы каждые 20-30 метров, блядь, друг от друга. Промышленный город, какая экология, ты о чем? Это в Алтайском крае, там заебись, а у меня вообще пиздец. Так, все, нажимаем. А чё? Котельных дохуя всяких. Все же на угле, блядь, на родном. Ладно, потом поговорим, мы тут это... Нам надо... Да, я понял. Пенальти, хуй мне не батл, блядь. Пенальти. Ты, кстати, не что-то это, что-то про РВД начал говорить и заткнулся что-то. Ну что, он вел, да что-то это самое. Потерял интерес, когда вылетел, наверное. Ну что, он же нормально следил таблицы, все как положено. Так. Допи отмена. Дал 2 недели. Россию бери. Блин, а с погодой что там? Грунт по желанию покрыть тебе поле. Там точно на финал нет никаких залуп? Нет,
Только написано, чтобы запись была обязательно. Ветер слабый, вниз опускай. Влажность надо? Нет, дождь. Это тебе не соль. Сила ветра слаба, грунт по желанию, остальное все нет. Грунт пожилой. Пожилой грунт. Пожилой. Доверимся транзистору. Да я тебе отвечаю. Все, готов? Да. Блин, вот это я, конечно, накосячил. Со все готов. О! Ну, обоюдно, ладно. Пиздец, блин! Ну чё это за херня, блин? А не удар под прикладину. Блин, я же вроде прыгнул. Смотри-ка. Смотрю. Еще играю, прикинь. Да что ты будешь делать, а? Да что такое? О-о-о. О-о-о. Ты смотри, какой хитрожопый, а? Ну не всегда же вниз будешь бить, правильно? Ну, ёпта, блять, мог забить. Зря дернулся. Тяжко, тяжко, блять. Ага. И все еще. Нихуя сколько бьем один. Нет, а бой после первого плеера всегда второй. Ладно, пусть. Так, 1-0. А до скольки там? До 5, как обычно. Перехост. Сжимаю. Давай. Давай. Блин. Блин. Вот пизду нахуй, а? Блять. Ёб твою мать. Блять, транс не тупи. О. Да блин. А язычка ругается. Вообще четко, блин. Ну да, взял нормально сейчас. Да блин! А почему не прыгнул ни в какую сторону? Ну это все вечная наёбка, блять. Ну? Да какого хуя ебаные штанги, сука? Хуя моментально просто резко. Вообще тупо пропустил, вообще тупо пропустил. Ну все, пиздец. Один, один. Так. Кто у нас еще тут есть? Блять, два матча только сыграли, ты че? Охуенный выбор. Ну давай песок пусть будет. Готов? Да. Да блин, что-то я вообще никакой сегодня. Ох.
Блять, ёбаный песок, сука. Да ебать, пока, сука, оклемается приземление. Да блин, ну че я прыгаю-то на месте, говно ебучее. О, 2-1, нихуя себе. Да. Песочек, песочек. Не только загорать на нем полезно, еще так, играть иногда пенальти. Свап. Ингланд. Нажимаю. Угу. О, ёпта. Да раз, блядь. Так, что? Думал, пасом будешь кидать. Эх, не угадал. Не прыгай на месте, дурак, сука. О, сыграл гвардец слайм. Да блин. Сейчас посмотрю, кто тут. Да ёпта тебе. Да. Да вообще ничего не могу угадать. Да пиздец, я тоже, видишь, нижний еще ни один не угадал. Да блин, ну не долетаю, блин, тупо. Угу. Мог, а вообще-то нет, не мог. Блин, все. 3-1. Так, земля. Блять, эти выпады головой изи брать. Тут всегда будет, пока не сбросили, сила ветра зафиксируется. Так, нажимаю. Давай. Эх, ты знал. Слишком толсто. Да блин, вот сука, я все время на этот самый. На пас идешь, нахуя. Блин, пас. Блять, заебал этот хуй-то. Лагая. Да, вроде нормально. Ну, о, пиздец. Поскочил все-таки. Да блин, пиздец, вообще ничего не получилось. Накидка это вообще хуй знает, когда срабатывает. Надо же по центру. Тупо по центру. Да я что-то на нервах. О. Да
4-1. Пиздец. Ты сливаешься? Да. Так, чё, Enter же, да? Enter, да-да, всё время Enter. Продолжим правый столбик. Твоё дело правое. 5, да. Но это, если я выиграю, ещё нихуя, ещё гранд-финал типа будет. Нажимаю. Давай. Он развернулся, ёба народ. И поймал задним как-то, блядь. А гранд-финал с кем? Ну так же мы играем, только я же с лузеров прошел. Шняк. Не долетаешь. Да если Мапута выиграет, то он выиграет. Да. Если он, то он сразу. Точняк, точно. Только. Хуёво здесь выпрыгивать. Гвинейцы, да, они, блядь, ебанутые какие-то. Знаешь, на кого твой кореш похож, Мафут? На кого? Как этот, в кинососе тип, который картриджи делает, и это... паяет все. Ну я не знаю его. 4-2. Блять, что за лаги? Из правого столбика, кроме Кореи, все были. Все, кроме... На перезагрузку у меня комп ушел. Сейчас тогда сыграем, сколько тут осталось, и я курить. Схожу, что-то как-то. Так, Midnight. Что, это, две разные части будет стрим или что, или как вообще? Ну да, наверное, я не знаю, посмотрим. Там же в OBS нет продолжить запись. Ну, может склеить потом их слюней. Да, вот. Слюнями, да, могу склеить. На Ютубе, скорее всего, оно целиком будет. Там такие промежутки не учитываются. Там один хуй выйдет целое видео. Ну, его и закинешь потом. Или я закину. Так. NST. Твой хост сейчас. А ты еще не зашел. Сервер. Там две Кореи выбраны. Так, все уже, что ли, типа? Я хост, да? Погоду проверь. Погоду еще раз проверь. Да, ты хост, 4-2 по счет. Так, ну давай землицу. Отдавай-ка землицу, алясочку. Давай-ка, родимую, взад. Ау, чё? Земли захотела. Мухутый лицо же на видео смотрел, реально он раскобалил. Так, ладно, чё? Все, да? Да, я здесь. Бля, лагает пиздец, что-то я слышу по звукам какие-то, блядь, пролагивания. Может на другом потом сыграем? Ну, если в этом не выгорят. Смотри, помнишь, можно, пока не начали, можно сейчас поменять, смотри сам. Какой у тебя еще нормальный? Это чё сейчас, ультимат? Такой у меня нормальный, да. Я вообще редко жалуюсь на серваки. Ну там что, солянка, не солянка? Без разницы. Да, ну один раз. Давай на солянку, если ты не против. Ну не нажимай пока, заходи первый, я за тобой следом. Сервер. Я первый же, да? Соу. Гейм.ру
Блять, ну я не могу войти на сервер, не нажимая, так что похуй, сбрасываю. Я зашел. Просто мне на Enter же надо нажать, и там игра сразу начинается. Mm-hmm. Без разницы, сейчас создадим. Блять, и здесь какие-то, сука, пидорасы, блин, ну ладно. Пенальти, ты мини-баттл выбрал. Блять, привычка. Сила ветра и все, да? Угу. Все, нажимаю. Погнали. Охуеть, блять, как... пролагало прям в этот момент. Да бля, что-то здесь еще жестче, чем там, блин, сука. Вообще, блин. Ух, нихуя себе, дерзко как. Блять, сколько можно уже на эту хуйню, блять. А что, Липецк стримит, да? Да, Липецк. Я ж нет, мы сейчас стримим, смотри. Ах ты, блять! Чё стримит? Дюну. О! Мразь-ка. Дюн 2. Да блять, ну у меня прям лагает прям в этот момент, это пиздец какой-то. Все пиздец. 5-2, мапы, 5-2. Говно, короче, я не знаю, что мне делать, блять. Либо на финал, либо потом, я не знаю. На солянке еще. Да не, похуй. Ну в смысле, потом я пизду. Пощади. Всю мощь лагов. Шоу на миллион, 4-й выпуск играет Александр Парабов. Давай опять как тогда куда-нибудь, я хз. Ну-ка сейчас я сам тогда схожу. На раш попробую. Так, а у тебя был же этот хост. Это что, получается, гранд-финал мне начинать или что, или опять у тебя хост? Наверное, у тебя. Так, сейчас ну, я... вообще, да, раз выиграл, и ты начинал, скорее всего, да. Блять, я хз, блять, чё за подлагивание ебучее? Ебучее подлагивание? Зайди на другие серваки, без да меня, я пока уже посмотри, зашел. Как играется. Я пока не буду заходить. Короче, ладно, всё, давай я скажу покурить, я сейчас вырублю браузер, мне кажется, ты за него. Ну сейчас, смотри сам, Steam, Raid Call, Mid Nothing, Google. Короче, я сейчас на этот, на эмурашку зашел. Эмураш. Хлопки, нахуй, то не пожирает, блядь. Ладно, давай сейчас подожди. Ну, в основном в Москве творится, блядь. У меня три браузера открыты. Steam, Raid Call, блядь, Torrent, Mid Nothing, и все нормально играется. Вы чё, блядь? Москва! Каркуй, браток! Каркуша? Я вы чё вспомнили? Чё, блядь, вчера не смотрел стрим, что ли? Бля, вчера спокойной ночи малыши пропустил, всё, пиздец, тлен. Я хуй, как после этого жить ты будешь? Придется писать письмо в администрацию канала, чтобы повторили именно вчерашний выпуск. Интересно. Интересно. Сука. Интересно.
Там медведь что-то собирался нехорошее сделать с ведущей. Я как раз пропустил, пиздец, вообще обидно. Оу, найс. Оу. Там разве медведь был? Да, он по блату устроился. Что-то я не помню вместо, вообще в этом. Вместо Хрюша. А я смотрел выпуск «Забытые, блядь, друзья этих, нахуй». Какой ночь, ну типа «Забытые эти куклы». Я не знаю. Я их в детстве помнил, я думаю, они до сих пор тусуются, они все оказываются, все, их нет. А что, сейчас идет «Спокойной ночи»? До сих пор? Да должно быть, но... Блять, я на них вырос, нахуй. Сейчас что, из старых ну, программ «Что, где, когда» до сих пор идет КВН, «Спокойной ночи», «Время». «Поле чудес». И еще, по-моему, какие-то, я уж сейчас не помню. А «Поле чудес». «Угадай мелодию», вот, по-моему, идет. Точно, «Поле чудес». «Угадай мелодию», мелодию не идет. Не идет уже. Да. «Очумелая Русь», Вася, ну без Вася, вот. «Пока да, все дома», кстати, тоже, но по воскресеньям. И было это, было «Пока все на работе» тоже. Это программа про воров, что ли, «Пока все на работе»? Ну да, это медвежатники работали. Не, ну раньше, по сути, так пацаны до хуя. Я представляю, такой мужик такой в маске. Сегодня мы будем обкрадывать квартиру, блядь. Говорит, вы дома? Нет, где-то там идем к вам. Интересно. А помните, раньше все было, блядь... Картошку есть, такая, блядь, передача, там такая стерва вела ее, блядь. Типа, если не отгадываешь ответ, типа падаешь в люк вниз, блядь. Помнишь? Там такой? Валите гуси, что ли? Кто? Форт Боярд? Да не, Форт Боярд, там эти гномы бегали. Слабое звено, во, вспомнил. Да, да, там такая стерва вела, блядь, пиздец. Мария Киселева, чемпионка по плаванию. Да, заставила, блядь. Наверное, не мудрая. Даже Роски обосрал, сказал, что хуйня все это, блядь. Ну, они же вот там турнули в яму, нахуй. Ну, они там, по сути, падали там... Жириновский неприкольный выпуск был. Да там не было ямы, в самом звене, чего вы гоните? Почему там это? Не, тоже... ну там метр, они типа падали там. Да не, русская рулетка была, Бельш вел или кто там? Падали, открылся люк нахуй. Да нет, это другая программа. Там это русская рулетка, Дюныч, это русская рулетка игра была. Там они просто задавали, просто уходили нахуй. То неправильно да, ответить, он проваливался. Вы слабое звено, и Жириновский такой, да пошли вы, блядь. Ну типа, что-то такое. Ну. Дюныч там не проваливались. А потом сказал, что они все... Так это не я позарил, заебалка здесь. Ой, извини. Да, он еще, там еще Жириновский выиграл. Достаться. Этот самый Боярский. А нет, там... Путин да, был. Да, Россия станет свободной. Так и хотелось сорвать шляпу. Да что вы спорите, вы сейчас наберите в Ютубе любой... Блядь, там было, вы слабое звено, ты типа идите нахуй туда. Он говорит... Нет, там люк открывался. Да не было такого. Там стерва такая была ведущая, там муж с ружьем ходил дома у нее, блядь. Да не было такое. Мне больше всего Форт Боярд нравился, без люка был. Вообще обожал. Да, там тараканы, блядь. Помните музыку и пушку вот эту? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ду-ту-ду-ду-ду-ду. Вот. Там старец фура как что-нибудь просит, там охуевали все просто. Нет, она играла в передачу, только они там падали вниз, блядь. Ну это русская рулетка. Русская рулетка, я тебе говорю, набери ее. Слабый звенок, я тебе не знаю. Ну это стерва была там ведущая. Киселёва, Мария. Мразь такая, да, там муж с ружьём ходит по-любому, я тебе говорю дома, блядь. А иначе нельзя, блядь. Так. Вот. Да, да, рулетка, вот это. А ты зашёл? Я в рыпах, как параша, знаешь, они западали. Не было жириновка, я не помню. Типа, если не угадал, то оно ёбнешься. Это Спарта! Чё, заходи? На Рашу Мафут или куда? Да, давай на Рашу. Так, ты первый же, да, по идее? Ну, гранд-финал, да, наверное. Вау. Тоже, да, по-пизду, да, так, опять 0-0. Никто не хочет высокопрыгающих убирать. Да нахуй они нужны, эти кретины, блядь. Вообще не для пинания. Сука, ну да, пидоры, блядь. Тут с низкопрыгающими как-то больше по скиллу, что ли.
Хотя, блять, высокопрыгающие там тоже. Это хуйта, не боюсь. Ну чё, нажимаю? Давай. Его чёкнули. Блять, ну ладно. Лагает. Да нихуя не могу нажать. Пиздец. Да, ах ты, блин. Ветерок, ветерок, Сашечка. Сашечка, это Сашечка. Да ёпта, на пенальти не успевану. Ну, блять, ну это просто фейл, блять. Вот это вообще, да. О, блять, успел. О, 1-0, нихуя себе. Уже не в сухую. Сука, они уже не в сухую. Так, ладно, Монголия. Жму. Давай. О, что-то верхнее не получилось. Пиздец. Ебать, я вообще развернулся куда-то. Здорово, Ариадос, цветоехавший пидорок. О, наконец-то угадал. Щётка. Нахуй этот долгий сделал удар. Пашка, не мог прыгнуть. Поехал. Блять! Поехал. Бог, хоть и банк поменять. Квартер все остались. Пиздец. Бля, сейчас забирал на шарец. Ёбаный врат, бля. Два ноль, Мафут. Да, 2-0. Ладно, пизду я, не выберешься. Малая, блядь. Я стал маленький. Нажимаю. А там погода нормально? Точно. Да она не меняется, если ресет не делать. Давай, жму. Давай. Не угадал. Да блин, ну вот именно в этот момент, блять, говно. Блять, нет, не туда прыгнул опять. Да блин, че я вниз-то прыгаю? Да блин, есть. Чуть-чуть говно. 3-0, хуяся. Да за Германию не играли. Но левый столбик вообще не брали еще.
Так, все, жму. Давай. Жму. Жгун. Жгун, пердун. Да блин, ну даже не прыгнул. Бля, ёбаный розмарин. Руки в горы, сердце не свободное. Достал, нихуя себе. Вот это вообще с мясом прям вырвал. Да, круто. Да какого хуя мимо меня-то, блядь? Ну это пиздец, тут уже, да. За кого бы уже поболеть? Некоторые не достают простым. Вперед, Макута и транзистор. Против Путина болей, браток. Как из-за то бью сейчас, пиздец. О, Павка Пихалыч пришел. 3-1. 3-1. Enter. Да. Нажимаем. Давай. Здорово, Языч. Да, блядь, ебучая хуйня. Ух ты! Бля, боковой прыжок, нихуя круто. Да почему не выбил? Я же нажал все-таки выпрыгнуть. Сука. Какой счет общий? Да, 3-1 пока. Привет, браток. Путин лучший друг Аизыча. Он угадывал, постоянно блядь. О нем говорит. Бля, розмарин это пиздец, опасная хуйня. Я перебавил в картошечку. Попрыгал еще дальше. Нихуя себе выбил, нихуя. Че, это последние вроде были? Да, 3-2. Нажму. Давай. Блять, надо было дальше лететь. Хуяся. Он лучший враг для страны и для всех здравомыслящих людей. Блять, промазал. Блять, не успел выкрутить чуть выше, сука. Блять, сука, забыл. Блять, ну надо же, а? Хуеть. Ебать, он не отбивает такие, сука. Чувака, ясно, не хватит, стоял и попал. Вообще мимо, даже в штангу не попал, вообще гон. Нахуй он тебе нужен. Он же кретин. Послушайте. Блять, я уже умственно отстал. Их да, блин. Три-три. Телефона смотрю. Бля, сейчас стрим строил чат. Тут, блять. Нажимаю. Давай. У меня под ногой. Ну, у меня на экране, давай, ноги сошкрябываю нахуй. Эх ты, пидор, там что-то тявкает. Ага, с телефона смотришь, ну да. Нихуя, я думал, пасом будешь кидать. Нихуя себе, вообще разыгрался.
Блять, сука. О. Понял, это ты пидор. Не тявкай. А, это перегной язычек сказал. Мох ебучий. А, вот. Сперма засохшая, которая. Тарская. А, да, точно. Да, да. Блядь, борьба пиздец, у вас жесткая нога. Это борьба, у меня, кстати, ВКонтакте нихуя робит, даже через стену. Ну надо же, 4-3, блядь. Два раза выиграл уже на последнем ударе меня. Англия была, нет? Да. Так, Монголия была, Таиланд был. Угу. Мексики, Гвинеи не было с правого столбика. Кого-то еще не было, по идее. Счет 3-3-6 игр. Остальные... Мы играли Германией и Аргентиной слева. 4-3 значит... счет. А, 4-3-7, значит, 3-4-5. Значит, справа две команды какие-то. Гвинея и Мексика. Гвинея, да? И Мексика, я же тебя назвал. Ну ладно, давай. Гвинею. Ладно, я на песке позже скачу. Жму. Давай. Отлично, блять. Да он заебал разворачиваться в воздухе, сука. Блять, сука, ты ебаная задержка. Да блин, ну чё за херня, блин, я не могу, сука, ничего сделать, блять. Это просто жопа. Да чё? Ну это просто пиздец, это точно какая-то хуета. Я не могу ничего, не могу подкинуть почему-то. Ай, блядь, убился, сука, ну надо же. Нихуя залетел, нихуя себе, вроде сразу лук выстрелил. О, пиздец, портал. Себя прям ударил. Ага. ГГ. 4-4. 4-4. Последний матч. В любом случае, последний матч. Кого бы взять, кого бы взять? Кого бы взять? Давай самую уебанскую команду, Мексику, блядь. Пусть все решится Мексикой. Не, песок нахуй. А Липец бы поставил песок. Ну что, готов? Да, давай. Нажимаю. Пиздец. Пацаны, вообще, ребята. А! Надо было нижним, сука. Ну больше такой не проканает, блять. Больше такое не проканает. Да какого хуя, блядь? Ой, пиздец, сука. Блять, пиздец. Все, пизда. Да. Не, бродок, я все, пиздец. ГГ. Да. 5-4. 5-4, блять. Гранд финал. Это было. Ну чё, поздравляю. Нормально так сыграли.
Спасибо, пиздец, я весь на нервах. Чуть не кончил два раза. Опасно. Да не, мог кончать, если бы я рядом был. На него прям. Так, это был финал по ПК. Вот. Регайтесь, участвуйте. Что еще хочу сказать? Блять, и не ливайте, как лохи, блять, конченые. С турнира. Да, самое вот стрёмное. Чё. Доигрывайте, даже если будете на последнем месте, один хуй играйте, козлы, блять. Транзистор, чемп, мемори, бабу. Да, не поняли. Козлы. Уёбки, уёбки. Да, будьте мужиками, а то, блять, вечно один, блять, ливнет, другой заплачет. Так, ладно, все, заканчиваю стрим. Всем спасибо, поздравляем транзистора. Да, спасибо. Выбрался из какой там, ну, из нижней сетки. Мы с ним уже встречались. Верхней причем. Да, тебе только и проиграл в этом турнире. Все, заканчиваю стрим. Всем спасибо. Играйте в Гол 3.